Доброго времени суток, Night City! Недавно я обнаружил, что с патчем 2.0 в игру добавили новые события. Про первое вы наверняка слышали из официальных источников, ведь именно там можно получить пластинку с автографом для квартиры V. Да-да, вечеринка RIG-FM. Проходит она каждую игровую ночь в одном и том же месте, а именно тут. Здесь, кстати, можно встретить Риту Уиллер. Эту вашу Риту и там, и тут показывают. Ну и чтобы получить заветную пластинку с автографом, проголосуйте за понравившийся трек. И помните, все композиции на этом радио созданы фанатами игры. А также, если вы разрешили игре собирать данные о вашем геймплее, то ваш отзыв в сторону той или иной композиции подарит ее автору положительное настроение. А если хотите поднять уровень позитива в моих имплантах, то через своего фиксера отправьте свой комментарий под видео. А также прожмите большой палец вверх рукой Джонни и отправьте скрипт «Подписка на канал», если не сделали это ранее. Второй ивент странный и отсылает нас чем-то к загадочным роботам в парке примирения. Кстати, они куда-то пропали. Когда их убрали из игры? Для того, чтобы его найти, для начала нужно деламейн-портироваться к этому мотелю. Затем по пустынным полям вам нужно проделать путь до особой скалы. Особенность ее заключается в странном и непримечательном на первый взгляд рисунком, но если присмотреться, там какой-то математический пример. Возле данной живописи вам нужно дождаться 23:55. Можно мотнуть время, но так, чтобы было чуть раньше назначенного времени. Сохраняйтесь и бегите за скалу. Смотрите, горящий робочеловек. Может, кто-нибудь знает, кто это такие? В сети называют их наблюдатели. И связано ли это с FF06B5? И третий на сегодня ивент связан с баром Riot, в котором проходили два побочно-сюжетных квеста. Пока их не пройдете, ивент доступен не будет. А еще заранее о нем можно узнать через сайт с компьютера V или любого другого компьютера. Да, этот ивент, как и первый, связан с музыкой. Тут можно сделать фото с диджеями, пофлексить, послушать комментарии Джонни, расслабиться и очень весело провести время. Узнали главную звезду на этом концерте? Это сам Идрис Эльба. Вы еще тут? Чумбе, это превосходно! Кажется, я напал на след диких эскинов и узнал страшную тайну корпорации Найт. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и до встречи в Найт-Сити и его окрестностях!